Всем привет и добро пожаловать в канал. Что ж, продолжаем играть Атом RPG Трудоград. В предыдущей серии я создал персонажа и в предыдущей серии я сдох. Но я думаю, это ничего страшного, поэтому давайте, как бы сказать, нормально в среднем. Вот. А сегодня начнем все-таки нормальное прохождение Трудограда. Так, что у нас тут имеется? Ну, соответственно, мы выбежали из гостиницы. И теперь давайте поболтаем тут с людьми, которые бегают тут. Во, куда малец пропустился? Мыши его сели или как? Что за мыши? Непонятно. Скорее всего, именно этого человека я в предыдущий раз убил. Приветствую, уважаемый. Далее. Я так задать пару вопросов хочу. Зависит от ребенка. Скажи, ты мог бы убить? Нет, никогда. Что случилось? Терпеливо слушать. Далее. Так поищи его в городе, зачем ждать ворот? Как бы тебе сказать, у нас в Трудограде ментами и джентльменами договоренность. Я подхожу к воротам города, не открывают огонь, по крайней мере, раньше так было. Так, ну, соответственно, пожелаю тебе удачи, может быть, и выйдет что-нибудь. Так. Не вопрос, дай сюда блокнот, где хотят репортера искать. Угу. Глобальная карта обновилась, отлично. Горящая карта, кстати, тут что у нас за ворота? Скорее всего, какие-то фигня, где я должен куда-то переместиться. Так. Нифига мне показалось, что здесь что-то ходит. Домики, нам не интересны домики, вот. Больше всего интересна эта собачка и тот охранник. Что они нам скажут, тем более он тут китайский болтает. О, да это ж китаец. А чего это не годится? Я бы его съел. Том, тебе не позавидую. Ну что, может, пообщаемся? Как тебя зовут? Зихо. Вот. Чем занимаешься? Что-то так. Поделись слухами. Давайте так. Я могу его обучить. Так, давай пообщаемся. Что-то с Трудоградом, слухами. Бла-бла, ну это и понятно. Так, пока порадовай. Так, нечем. Жди здесь, собачка, ты у нас что такое? Ну что, Хайш, будем тренироваться? Для начала надо, чтобы ты просто выполнял команды. Сидеть, лежать. Угу. Сила выживания, выживания у меня мало. Выносливость. Блин, удача. Выживание у меня полно, так что давайте, успех, отлично. Было бы неплохо, если бы ты лаял. Ловкость. Отлично. Славно. Так, сейчас подождите. Нам нужна сила, соответственно, мы должны немножко выпить. Чтобы было шестерочка. Сила. Выживание. Есть, превосходно. Передумать, оставить собаку, забыть приказ. Поболтать о всяком. Пес у тебя теперь как новенький. Выживание. По моему опыту, твой пес более дикий, чем некоторые волки. Приручен так. Ага. Отлично. Лучше некуда. Ну-ка, что мы можем с собой поторговать? Патроны, кстати. Погладить и уйти. И что тут у нас за книжка? Деньги 100 рублей и 60 опыта. Так, а что у нас здесь творится? Тут у нас новый домик и заправка какая-то. Ты, как понимаю, машинки, да, у нас? Почему у тебя нельзя на стоянку? Так, далее. Обратиться в полицию, пусть они разберутся, о ком ты говоришь, объясни толком. Далее. Интеллект. Жуть. Обратившись в милицию, пусть они разберутся. Посмотрим, да? Давай поговорим в гостинице, ага. Ты в гостиницу, ладно, пойдем поговорим, а ты что у нас? Сплетни, давай сменим тему. 36 опыта дали. Отлично просто.
и 100 рублей у нас тоже ничего нет. Ладно, пойдем отсюда. А что у нас в этом домике есть? Ух, ёжики. Так, давайте закроем дверь на всякий случай. Это тут много хлама. Я люблю подбирать всякий хлам в начале игры. Деньги нам всегда нужны. О, нифига себе, тут даже кофе есть. Только ради кофе сюда можно было зайти. Офигеть, короче, кто-то бухает, просто усмерть. Все, все, что можно было взять, мы взяли. Пойдем посмотрим, что у нас еще тут есть. Сторож Иванов. Да, к сожалению, со звуками так не разобрался, что здесь нужно сделать. Далее. Далее, привет. Технология. Провал? Серьезно? Впрочем, не зря же я тебе заплатил. Трудись. Блин, нифига, у меня провал. Ты на что в разбойничий зад попадал? Я что, чего-то спрашиваю? Так. Ладно, пока мы не будем увольнять, понимаю, это моя машина. Пока здесь стоит. Без глупости, да? Не совсем социализм, так. Черт, сына у того мужчины забора убил. Лицо мрачнеет. Чего-чего, спешил в город. Ну, понятно. А что у нас в Зиле? Закрыто. Но зато в теории мы можем ограбить. Что еще такое? Что еще такое? Мы поболтаем. Так. Внимание, сила, взлом, технология. Есть? Харизма, скрытность. Ну, блин, у меня это все нифига не прокачано. Пряник получил, да, и макулатуру. Какая приятная встреча. Какая приятная встреча. Извини, дорогой, спасибо тебе, что я помог, но теперь, когда эта чертовая дверь открыта, мне нужно срочно его собрать. Ага. Давайте вот здесь вот. Ну, я понимаю, почему у меня порвал, потому что у меня банальный навык не прокачан. Я думаю, мы потом когда-нибудь прокачаем, когда будет возможность. А до этого пойдем, типа, смотрим, может быть... Что еще здесь не сделал? Так, с этим я разобрался. Артуром я потом посмотрю, что с ним надо. Сейчас самое главное... Санки. Прикольно. Давайте поболтаем с охраной. Вот что они нам скажут. Меня зовут Фот. Далее, туризма. Так, я был к этому морально готов. Сколько? Общение. Бесплатно, деньги, может, в какой-нибудь другой раз занесешь. Какие новости? Понятно. Так, а ты у нас тоже просто стражник, да? Ну так вот, бесплатно мы можем заходить в Рудоград. Теперь нам нужно здесь в мусор забежать и посмотреть. И для этого нам надо пройти именно поле, я так понимаю. И там валяется какая-то штуковина. У нас, конечно...
коллекция зубов есть. Теперь осталось отсюда с каким-то образом свалить. Как ну, я это сделал. Так, теперь вопрос, кто мне просил эту коллекцию зубов? Пригород. Проблема с зубами. Так, конечно же, нужно вернуть их законному хозяину. Но нужно ли? А что с ними не так, с этими зубами? Сколько они стоят? Так, вот твоя банка. А, вот, я думаю, это бабушка, это он и есть. Это вот твоя банка, далее, далее. 264 опыта, коллекция зубов, журнал обновлен. Гуляй, рванина, рад был помочь. Так, ах да, совсем забыл. 150 рублей еще дали мне. Так, конечно, так себе, зато получили 264 опыта. Ладно, пойдемте дальше, еще посмотрим, что за задание мы можем здесь выполнить. А для начала это, скорее всего, Сезам, откройся. Да, тут еще у нас есть азартные игры, мы должны показать фокус. Скажи мне фокус, приятель. Религион, так. Коронный номер. Мужчина с легкой ухмылкой. Как бы вы ни старались, вы просто не в силах уловить подвох. Движение... Мужчина с невероятной, почти ничего. Мужчина прячет неверную карту. Требует объяснить. И жестом просит вас вернуть ему тулуп. Вы пытаетесь. Вы хотите что-то сказать, но давитесь и закашливаетесь. А модель... Журнал обновлен. ...416 опыта и журнал тоже обновлен. И, соответственно, я не понял ни черта, ну ладно. Скорее всего, тут нужно очень много азартных навыков. Так, что у нас здесь? Ты у нас сюда приперся, да? Что же я хотел сделать? У меня так много дел. Салют. Так, по делам. А ты кто такой вообще? Уверен, что все ложь и бредни? А там что? А что ты решил, что именно сокровища были? У меня плохие новости для тебя, мужчина. Я все еще нашел. Я уже все нашел. Так, упустил своего сокровища. Вообще-то ник был не твой, а мой. Это мужчина, который его туда закопал. Интересно, чувак. Надо было, наверное, прибить. Бабушка. Юлиана. Так. Это, опять-таки, мне не особо интересно. Давайте посмотрим, где у нас тут. А, вот ты где. Что-то случилось. У меня так много дел. Давай делись своим планом. Так, бартер. Договорились. О, нифига себе, патрон дали. Хорошо, кстати. Журнал, пригород. Кровная месть. Мы планируем выманить водителя ночью к его машине. Ага, ну пойдемте ночь, ночь подождем. Что здесь происходит? Мой приятель все верно сказал, умри. Хм.
Так, 104 хп. Тут мы навряд ли что-то сейчас сделаем, да? Колоть. А за что меня-то? Ты издеваешься надо мной? А, у него тоже, кстати, пистолет есть. Добивай. 205 опыта. Иди отсюда, пока на пальбу не приехал кто-нибудь еще. Забираем все, что есть. Список. Ох, нифига себе. Он реально был, кстати, убийцей. И забираем оружие. Ржавый калаш, патроны и бомбочка. Круто. О, вот оно. Ух, нифига себе, тут у нее морда. Далее, далее. Так, стоять, ты нарушил закон. Ух, так, давай по порядку, что здесь происходит? Я что-то делала. Ага. Так, мои сонные зелья покупают прекратили. Естественно, моя первая реакция была одеться в черта. Зато мужу Римы ее сдам. О, кстати, маска чертика. Ой, кофе, нифига себе тут. Стаканчик. И у нас тут получается чертовщина. Демьян, вот ты где. Нифига, кстати, так шапочки прикольно разложены. Так, ложь рыба по ночам пугала торговка Захарика. Сгущенку, ох, нифига себе, мне дали сколько прикольных вещей. Так, давайте все продадим, кстати, нам хлам вот этот не нужен. Бегаем еще здесь, посмотрим, что за воротами, кстати, есть. Я так ведь не забыл посмотреть. Где? Ой. Гажив. Гаедов. Кто такой Гаедов? Фиг его знает. Добро пожаловать в Трудоград. Я так понимаю, это и есть Трудоград, ржавый квартал. Ага. А это на что такое? По-моему, это Матасани. Матасани, а где хозяин этих Матасаней? Прохожий. В 8 утра, может, он еще не приперся? Ну-ка, давайте посмотрим, подождем. О, наконец он появился. Давайте поболтаем. Так, молча наблюдать за его действиями. Что ты делаешь, чувак, да, действительно? Ты веришь, что ты работаешь? Просто мне показалось. Так, дай догадаться, ты хочешь, чтобы я его тебе нашел? Веревку мы выгоришь? Достану легко. Так. Взять деньги. Кстати, если хочешь увидеть что-то действительно интересное, то приходи на это же место завтра или послезавтра. Я им покажу. Я всем покажу. Там, где еще совсем недавно имитировал работу над безвозвратно сломанными мотосанями ваш знакомый механик, теперь стоит немаленькая группа горожан. Вы с трудом врезаетесь в немногочисленную, но тесно сбившуюся толпу и пытаетесь протолкнуться в первый ряд. Дается вам это не так легко. Люди рост... Ну дела, ты ж с этими мотосанями добрые полгода ковырялся. Выкрикивает кто-то из собравшихся с искренним удивлением. Точно-точно, еще вечно такой несчастный был, хмурый. Жена уж думала, что запил. Я эти вещички в сумку запихал и пошел к странствующему старьевщику Станиславу. Он как раз в город приехал, чтобы в бане помыться. Начинает объяснять механик. Точно-точно, я слышал... А теперь пора обещание выполнять. Я вас всех здесь собрал, чтобы проститься. Все, вижу, пришли. Бывшая моя, начальник, коллега. На этом положительной ноте я закончу вторую серию. Всем спасибо, кто посмотрел. Ну и до встречи. Всем пока.